День Творца означает, что станет ясно, что управление Творца миром осуществляется свойством доброй, творящей добро. Это называется днем. И не, не настроение, и не разговоры об объединении, когда мы можем друг так можем впечатлить друг друга и потеряться в этом. День Творца — это явное управление, то, что Творец управляет миром, как добрый и несущий добро. С ощущением и с пониманием. И когда это происходит? Тогда, когда я готов понять, что такое добрый, творящий добро, по-настоящему, когда я подготовил кли, и это в свете хасадим. И в этом же свете хасадим я раскрываю свечение хохмы, когда мне уже понятно, что Творец действует в направлении силы отдачи, а я в силе отдачи начинаю постигать его отношения.